Поддержание чистоты территориальных округов в первую очередь дело рук коммунальных служб. Главное управление содержания территории Московской области всерьез взялось за контроль качества выполняемых работ. На помощь пришли умные машины, наделенные искусственным интеллектом. Система искусственного интеллекта – это камеры плюс компьютер, который помогает анализировать отклонения от истинных параметров. Что имею в виду? Например, знак вдоль автомобильной дороги или проезда должен стоять вертикально, быть читаемым и ярким. Если он потерял свою яркость, либо отклонился от вертикальной оси, камера, зная его истинное положение, отметит, что нарушение выявлено. Выезжая на задание, инспекторы фиксируют даже малейшие нарушения, будь то опавшая листва или снежные заносы. Мы не просто выявляем дефекты и штрафуем за них. У ответственных организаций всегда есть время, нормативное, для того, чтобы их устранить. Они попадают в единую систему цифрового контроля, это СКПД, в рамках модуля мобильной диспетчерской платформы Подмосковья. Если уже исполнитель, ответственный за территорию, не выполнил в срок работы, в этом случае его в упрощенном режиме мы можем оштрафовать. В ходе мероприятия, которое прошло в актовом зале администрации Одинцовского округа, отметили сотрудников, показавших наиболее высокие результаты работы по итогам текущего года. Поставили новые цели и задачи на предстоящий квартал. Я благодарю вас за службу. Надеюсь, что дальше все будет происходить столь же эффективно. По результатам третьего квартала очень хорошие успехи по содержанию территорий и в том числе снижению обращения жителя. По отношению к прошлому периоду, к аналогичному периоду прошлого года, снижение по всем типам объектов обращений жителей почти на 30%. Я считаю, что при сохранении такой динамики скоро каждый житель Подмосковья сможет отметить, что в его дворе, парке или сквере точно стало чище. Команда ГУСТ с помощью применения умных авто за 2 дня проинспектировала 6 городских округов, в том числе Одинцовский. Всего удалось выявить 434 замечания. Самыми распространенными дефектами стали несанкционированные граффити, недостатки по несвоевременной очистке мусорных контейнеров и урн, а также несколько десятков грязных опор освещения. Елена Краева, телекомпания «Одинцово».